Всем привет, чувачки, с вами Кэл. И сегодня по многочисленным просьбам я решил записать видео с сестрой. Всем привет. Мы решили записать челлендж «Кто из вас?». На странице ВКонтакте я попросил вас написать дополнение, то есть «Кто из вас?» и три точки. А вы должны были сказать фразу или слово для того, чтобы полностью дополнить вопрос. Так что поехали. А перед началом этого ролика хочу посоветовать канал Калина. Здесь вы можете увидеть прикольные видео на различную тематику с хорошим монтажом и юмором. Ролики он начал загружать совсем недавно, поэтому поддержите парня подпиской. Ссылка в описании. Суть челленджа — это нужно взять, ответить на листочке, кто из нас, допустим, кто дурак? Антон, кто из вас лучше одевается? Самолюбие. Кто из вас круче? Да, серьезно. Не, ты не крутая. Кто из вас выше? Ну тут я выиграл. Кто из вас веселее? Кто из вас рукожоп? О, совпадение? Не думаю. Кто из вас больше ходит на улицу? Кто из вас больше ест? Мне стало стыдно. Покажи-ка свой второй подбородок. Кто из вас хочет купить iPhone 7? Понятное дело, просто. Кто из вас умнее? Да-да, я умный. В скобочках нет. Кто из вас сильнее? В смысле? Кто из вас больше весит? В смысле? Это неправда! Это неправда! Нет! Стыдно! Это неправда! Кто из вас самый крутой? Где тут мое имя? Кто из вас пукает тихо? Кто из вас больше Анатолий? Кто не в курсе, Анатолий — это образ гопника. Кто из вас лучше получается на фотках? Нет, я круче. Я лучше. Страшно. Кто из вас больше любит слушать музыку? Сердце меня ждет. Одинокой птицей. Тут логи. Ну тут как бы да, мы вдвоем любим петь. Но получается только у меня. 100%. Кто из вас самый няшный? Не, ну это неинтересно, мы каждый раз свои имена ставим. Кто из вас улыбается чаще? Не, ну ты вообще не улыбаешься в жизни. В смысле? Ты такая: Антон, где мой бутерброд? Не надо, это ты так постоянно говоришь. Самому лень готовить. Кто из вас ганстер? Настя ганстер. Да ты. Настя ганстер. Ты. Кто из вас любит математику? Никто. Ненавижу математику. Ну то понятно. Там же мозги нужны. У меня их нету. Ну твоя выпускная ленточка на полу валяется. И диплом. Кто из вас лакшери? Ладно. Это лакшери бой. Это лакшери бой. Эй, гирл вообще-то. Гирл? Кто из вас лучше общается на английском? Кто из вас фэшн богиня? Обратно. Богиня. Богиня. Кто из вас храпит? В смысле? Да я не храплю, это все клевета. Я не храплю. Кто из вас ест дошек ночью? В смысле? Это ты постоянно на кухне зависаешь. Клевета. Кто из вас жрет по ночам? Я видел, как ты ночью ходишь. Кто из вас тупенький? А, ну, без вариантов. Кто из вас знает больше языков? Какие ты языки знаешь? Русский, украинский. Украинский. Все, ты провалила тест. Русский, украинский, немецкий, английский. Все? Я знаю. Немецкий, английский, украинский, русский, белорусский. Уже на один больше. Палочки. Палочка. Я не умею так делать. Кто из вас больше Катя Клэп? Этот вопрос только что минуту назад прозвучал прям. Да я! Ты не умеешь делать пыш-пыш. Ладно. Кто из вас хорошо учился? Кто из вас пукнул? В смысле? Ты думала, я не узнаю? Кто из вас ТПшка? Я верх ногами держу. Да. Ответ не засчитан. Кто из вас фоткается в зеркале? Ну, признайся, что ты ТПшка. Нет! Да! Нет! Да! Нет! Ай, не бей, это не ТП! Кто из вас самый странный?
Ну, тут вообще без вопросов, да? Да. Да. Кто из вас лучше готовит? Тут вообще без вопросов. В смысле нет? Сам приходит такой: Настя, приготовь мне покушать. А потом беру и сам готовлю, потому что она мне не готовит. А что я должна тебе готовить? Съезжай отсюда. Кто из вас сексуальнее? Дай сюда бумажку. Нет, нет, я самая сексуальная. Смотри, какая у меня секси-тата. Кто из вас был непослушным в детстве? Я еще кем был? Засранцем. Кто из вас любит природу? У кого зеленые глаза? Не, у кого самые красивые зеленые глаза? У меня тоже зеленые глаза. Но у меня красивее. Просто они моих не видели. У кого красивее глаза? В комментарии, пиши! Ты попробуй написать, что у него. В смысле? Кто из вас больше похож на рыбу? А в чем это я похожа на рыбу? Мозгами, Настя, мозгами. Вообще не смешно, я обиделась. Кто из вас любит шаурму? А потом вот так, а можно вот так, и вот так, вот все полностью. А можно вообще листок съесть? Да, можно вообще сожрать его. Кто из вас принцесса? Ой, ну, да, конечно же, я. Без комментариев. Семья принцессок. У кого из вас лучше брови? У меня лучше. У тебя не выщипанные, фу. Зато не тумана брови. Ну, шутечки. Да нету у меня моноброви. Кто из вас знает таблицу умножения? Ну, я ее постоянно забываю. Потому что я... Дерьмо. Потому что я математик. Кто из вас брат? Антон. Кто сестра? Я. Ладно, чувачки, ну а кому понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был Кэл и Настя. Всем удачи, всем пока! Пока-пока!